Йоу, здорово! Это In Silence с Олегом и Алексом. In Silence, да. Здравствуйте. Он и есть. Он всем морозного... Вид. Смотри только на него, он как профессор, да? Морозного вечерочка вам. Что-то вы все какие-то замерзшие, ты тоже очень что-то как-то замерз. Холодно-зима. Холодно-зима. Слушайте, это же Бигфут, нет? Нет. Это не Бигфут. О, что-то бежит сюда! Ой, кто-то бежит! Это что такое? Что за хуйня, блин? Ты что, дурак, что ли? Это же Рейк, нет? Ну так-то да. Так-то да. Слушайте, давайте хоть карту посмотрим. Зима, ни черта не видно, он пробежался мимо просто. Нет, тап-карты нету, как ты посмотришь карту, объясни. Нет, побегаем по этому, посмотрим. Тап-карты нету, реально. А у нас в инвентаре, что ли, вообще ни хрена нет, да? Нормально так. Давайте хотя бы первый дом посмотрим. Пышка, ебистые ноги. Какой-то заводской квартал, что это? Заводской квартал? А что это за хмырь-то к нам только что прибегал? Может, он что хотел? Может, он искал что-то? Подожди, он что-то явно искал. Ёбаный дур... Ты что, дурак, что ли? Что, больной совсем? Он у меня что-то это... Да? Что ты прибегаешь-то? Что, дурень, блядь? Совсем, что ли, обалдел, блядь? А что он мимо пробежал, ничего не сделал так-то? Не знаю, странный какой-то, ну. О, дыра. Чья? Замечательно. Я перебрал все игры уже. И Бигфут, и Вий. И Рейк. Давайте вспомним еще какие-нибудь игры, которые очень на это похожи. Мне кажется, что тут слишком мрачно все. Хочешь потеребить тумблер? Это ты у Алекса спрашиваешь или у кого? Нет. Вообще. А там можно так? Очень потеребить. Попробуй, давай. Можно так. О, что ты нажал? Ты что-то сделал? А ты на какую кнопку нажал, скажи мне? На Е. На Е? Нет, ничего не. Так, погодите. А должны же быть какие-то оружия, оружие, там что-то должно быть. Что-то должно быть, это точно. Ищите лут. Какой-нибудь лут тут точно должен быть. Где-то завалил. Давай, потыкай, Жень. А, о, радио можешь включить, смотри. Ой-ой-ой. Он же придет сюда, наверное. Да. Бля, не надо. А у нас ни хрена в руках нет. Что так темно? Слушайте, реально какая-то мракобесие темная, нет? Ничего не видно. Слушайте, зачем мы вообще... Ну, я яркость себе немножко, конечно, сделал. Не, вообще ничего не видать, хоть так и себя. Я выкрутил. Не, у меня нормально. Я более-менее вижу. Ничего нету вообще. А какие кажется, цели? Мы тут уже ходили. Да, мы были, цель, давайте спустимся. На тап. Сбегите или убейте. А, вы ремонтируете машину быстрее, вы начинаете с двумя дополнительными камнями. Камни, у меня нет никаких камней, что? У меня тоже нет никаких камней. Так, кто прыгать будет вниз? А мы не знаем, что тут делать. Кто вниз прыгает? Подождите, мы первый раз зашли, мы вообще... Не надо, Жень, ты умрешь. Не надо, Жень, ты точно сдохнешь. Аптечки у нас нет. А прыгать можно. Вылечить мы тебя не сможем никак не прыгать. Давайте просто вниз нормально спустимся. Че мы это? Давайте, давайте. Че сиськи мять, давай. Давай попробуем. Ой-ой-ой. В поисках лута это называется. И пойдем искать лут. Я слышу его. О-о-о. Я тоже его слышу. Да. Бля, я его слышу. Он. Какая-то она так напрягающая, мрачная, мне кажется. Как-то очень мрачновато. Вот ты всматриваешься, сидишь, вот ни хера не видно. Я потише, конечно, сделал себе в игре. Да, надо всматриваться. Немножко погромче сделать. Смотрите, я вам расскажу просто вкратце примерно, что надо делать. Никита. Надо найти машину. Так. И компоненты для нее. Ну, собрать тачку и уехать, да. Это правда. Вот тут генераторы, блядь, нахуй они нужны, если света нет, объясните, пожалуйста, на милость. Не знаю. Манекены какие-то. Может, его как-нибудь завести можно, а? Ты ж тебе не грязные ругательства для Жиги. Чтобы бля, он где-то здесь. Слушай, он прям рядом рычит. А он может, интересно, по зданиям реально? О, но дырка. Он реагирует. Еще дырка? Очень тихо. Стойте, если немножко погромче сделают, подождите. Я упал. Нормально. Падайте, ребят. Алекс, ты тут? Давай. Да я погромче себе игру делал. Сейчас. Куда же громче? Тихо. Нормально. Давай, падай. Блять! ЭП! И флэш! Беги! Я нажал чего-то Б, какой-то флэш! И мне дали какой-то, блядь, а кого схватило из вас? Меня! А что ты не заорал? Я заорал? Это ты меня просто, видимо, не услышал, я так заорал. Что, видимо, зафонило. Кошмар какой. Вертолет! Я вертолет нашел! Знать бы, где ты есть еще. Черт возьми. А, вот, вертолёт. А, все, это вертолёта нет смысла. А, можно, смотри, ключ, металлолом и топливо. Слушай, надо найти. Это ты сделал? А как ты сделал? Как ты туда... Это не я. Как ты это сделал? А, действительно, что это? Какая-то мышка. Какая-то мышка. Как ты это сделал? Не знаю. Жень, ты как так? А как я так сделал? Как ты издал такой звук? Странный. Слушайте, нам надо к нему найти ключ, металлолом и топливо. Ну, так уж до кучи. Ну, хорошо. Что? Это было. Я что-то с ума сходить начал. Ну, с нами не такое бывает. Что-то реально я начал сходить с ума. А что у меня случилось-то?
У меня какие-то глюки перед глазами, у меня что-то раздвоилось. Не знаю. Тут какая-то палатка, давай посмотрим, что это такое. Народ, вы не забывайте, что у нас 14... Человек! Все, конечно, хорошо. А, это не человек. Чучело? О, смотрите, я нашел куст. Себя ставишь, да. Блядь, камуфляж, смотри. Я камуфляж взял. Камуфляж? Мне дали какое-то достижение. Ебать, ты кустик. Мне достижение какое-то дали. Ты кустик. Хорош. Я спрятался, да? Нормально. Ребят, что-то она какая-то очень душная, блядь, эта игра. Непонятная какая-то. Непонятка, да. О, подождите, смотри, канистра, топливо, ребят, я взял. О. Вертолет это залить надо топливо, да? Залил. А нужно еще ключ найти, подождите. Надо так, найти. Да, я сейчас залью по-быстрому. Ключ. Далеко не убегайте. Иди, иди, ставь, Олег, иди, ставь. Ну, я имею в виду ключ. А как? Ключ, ключ. Какой ключ, у меня топливо. Ключ ставь. А, у тебя топливо. А, есть, топливо. Я чиню, чиню, чиню. Все, топливо есть, ребят. Ключ и металлолом нужен. Ключ и металлолом. А я реально, да, за кустиком? Да, ты как кустик, ты на G нажимаешь, ты, по-моему, прячешься. А, да, серьезно? А можно узнать, где вы? На G. Нажми на G. Похоже, что я спрятался. Установить, а повернуть, отмена. Ну-ка, установить. А, вот вы. А, вот, смотри. Сейчас. Ага. О, смотри. А, ты его снял. И что? Забирай, брат. Во. Все, ты в камуфляже. Нормально, смотри. Я спрятался, я в кустике. Я в домике. Так, надо металлолом искать. Слушай, ладно, да. Пойдем искать металлолом. Надо. Наверное, реально нет смысла заходить. Что это за лабиринты вообще? Но... А в здании мы уже были. Да. Блять! Здрасте. Блять, блять! Да иди на. А я с кустики, так что иди нахрен. Кустики, а вон там какой-то свет, смотри, вон там дальше. Давай туда сгодим, да. Давай. Где свет, по-моему, всегда что-то есть. Сгодим? Наверное, да, наверное. Сгодим. Очень может быть. Давай сгодим. Там капкан, что ли? Да. Это металлолом, наверное, капкан, нет? Капкан медвежий. Бери, бери. Бери. Взял? У нас только две ячейки, имейте в виду. Да, 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 да. Сильно много как бы не поносишь с собой. Вообще это хреново, конечно. А поставить я его не могу. Рюкзака нету. А можно, можно, можно как-то. А зачем, Жень? Ты не ставь его здесь-то. Ну да, я же думаю. Возле вертолета можно поставить. Погода, конечно, беда вообще. Да. Лунгар. Ой, он где-то здесь. Когда вы его слышите, фонарики надо офать, мне кажется. Да. Слушай, а карта есть в игре какая-то хоть? Нет. Блин. Потому что по этим кучугурам бегаешь, ничего не видно. Одни эти только кусты. Угу. Ребята, у нас 11 минут осталось, 45 секунд. Блин, металлолом 4. Ну смотри, вот чисто по логике, наверное, где-то в этих зданиях. Ну пойдем поищем, пойдем всего. Поищем. Мне так кажется, всего. Я так смотрю. А я реально за кустом, блядь, бегаю, сука. Я по тени просто вижу. Давайте попробуем, да, через главный зайти. Вот. Блядь, а, сука, как же он пугает, я думал, чел реально стоит. Эй, он пропал. Это надо нормально. Его поставить. О, смотри, что-то сюда. Есть. Что это такое? Пропановый. О, это баллон. Газ, это бензин. Блять, а это живое, смотри, оно... Мишка какой-то. Да, ну живой, смотри, в мишке кто-то есть. О-о-о. Ой, ёж твою мать, ничего себе. Мишка какой-то. Ни хрена себе. Фига. Чувак, ты в порядке вообще? Я предлагаю... Мы тут не были, давайте осмотримся аккуратно. Не, давай. Давай, осмотримся. Бля, она, знаешь, бля, какую-то игру мне напоминает. То ли Condemned, что-то такое вот. На что-то похоже, да. Да, есть такое. Она упал, что ли, откуда-то? Нет. Там шкатулка, ёбаная, блядь! Он медведь какой-то сидит, подождите. Тут какой-то медведь сидит. Фейерверк. А вы где? Бери, где? Бери. Ребята. Мы тут, вот, зайди сюда, за угол. За какой? Ой. За угол? Я внутри. Мы тебе посмотрим, что-то такое происходит. Меня что вы делаете? Что это? А что случилось, Даня? Что за беда? Что это? Жень, ты что, фейерверк, что ли, включил? Да, видимо, я нашел шкатулку. Не знаю, случайно. Ты нажал на Б, что ли? Нет, вообще не нажимал на Б. Вот, вот здесь. Шкатулка выскочила у меня. Бля, чуть сознание не потерял нахуй от вашей шкатулки. Шкатулка с сюрпризом, блядь. Смотри, шкатулка, смотри, клоун вылез. А, он на звук сейчас придет, сюда! Он уже точно. Да нет, он уже здесь был. А, вот он! Чё, блядь, что ли, придурок, блядь? Чё, ебанулся, что ли, блядь? Я чуть сердце не выскочило из одного места, охуевший, что ли? Педрилкин, блядь, ты будешь так не делай, нахуй! Сука, я чуть не выстрелился прям на стуле! Блядь, все, сбегите нахуй! Нахуй! Помоги, что ли, у меня какая-то флешка! Олег, аккумулятор нашел, кстати. Народ, идите, поднимитесь наверх, пожалуйста. Знать бы, где ты. Я тут, блядь, телефон нашел, я поднялся наверх. Тут можно на крышу выйти. Радио не включайте, пожалуйста. Народ, я вышел на крышу! Был сильный мороз. Подожди. О, я нашел еще один куст. Народ, кому куст нужен? Идите сюда на крышу, выйти. Надо. Я не знаю даже, как найти тебя. Я погромче пока сделаю. А вы меня ищите. Я на крышу, короче. Аж ссать захотел. Капец, блин.
Терпи, Олег, терпи, но у нас, блядь, 9 минут. Я знаю. А, во, мы нашлись. О. Куда ты? Нет, вот, нет, вот, нет, вы, нет, выходи, не выходи на крышу, не выходи на крышу. Он придет сейчас. Народ, на крышу, идите на фонарь. На крышу идти. Ой, блядь, как же он сказал. Я просто, если я сейчас отсюда уйду, я потом это место не найду. А нахуй нам крыша? А там это самое, блядь, камуфляжный куст. Так его не надо, нам нужен металлолом. Ну хорошо, слушайте, ну в любом случае, короче, выходите на крышу, и тут, наверное, есть лут. Ты дурак, что ли? Нет. И там он не бегает. Наверное, блядь. Погодите, но это же только одно здание, правильно? Нет, да, нет. Одно из тысячи, да? Так, Алекс, спускайся, нахер тебе эта крыша. На мишек не наступайте, пожалуйста. Да, почему? Нельзя. Потому что любые звуки привлекают монстра. Он слепой, но он на звук реагирует. Только ты это поэтому сказал, он мимо нас и пробегал, кстати. Он слепой, да. Он поэтому и пробегает. Ой, бля. А я думал, это аккумулятор. Я тоже аккумулятор нашел, но Батарейки садятся же. Короче, это для вспышки аккумулятор. Все, я спускаюсь вниз. Спускайся, давай. Я вообще спускаюсь тогда, ну вот прям вообще вниз. Кто-то примерно хоть понимает, как металлолом выглядит? Такой манекен, что ли, стоит? Ну, какая-то кучка должна быть, наверное. Кучка, это когда собака насрала на улице. А здесь должно быть что-то. Кучка железа, то есть. Чучело, я взял чучело. А нахуя нам чучело? Вот вы скажете. А ты его ставишь вместо себя и все. Да, он может типа на него сагриться, да, какое-то время. Ага. Но он реагирует на звук, это точно. А как его поставить? Блять! И он мимо меня пробежал. Да, да, да. Что? Если ты аккуратно, тихо сидишь, он тебя не заметит просто мимо. Да, он слепой, вижу, да. Вижу, он слепой, вот, да. Жи установить, да. Так тут одно здание, я что-то не понимаю, или несколько? Одно пока, я других не видел. Я металлолома вообще в упор не вижу. Пошли побродим по карте, может еще что-нибудь найдем. Интересно. Здесь ребусы есть. Чего, где ты? Возле вертолета есть контейнер, тут ребусы какие-то. Блять, ну что такое? Это не ребусы. Это знаешь чего? Ты должен находить эти знаки и в нужном порядке их выставить. Слушайте, народ, если что, я иду на вертолет. Давай, возле вертолета встретимся. Давай. Все возле вертолета, потому что... Я нашел. Я убегал. Вот, я вижу, все, вот. Свечу фонарем. Вот Алекс с кустом бежит. Кустиком, да. А ну, давай, может, так разгадаем, где? Где ты видел? Вот стоит, вот контейнер, смотри, пошли. Вон контейнер. Пойдем. Я вообще, блядь, как-то теряюсь. Сука, аж голова разболелась от этого ебаного рейка, блин, а? Виски, блядь. Вот здесь вот. Кальмар этот. А, действительно, какой-то ребус. Слушай, а если просто... Кальмар. Мы это берем? Хорош. Давай я покручу цифры. Давай рандомайзер, может, вдруг выйдет что-то. Нет, тут очень много цифр, это мы будем долго делать. Комбинация это. Короче, надо искать что-то с кругляшком, с крестиком, в общем, с геймпадом. С PlayStation надо искать. Да. А какой шанс, что мы откроем? Никакого. Нулевой. Никакого шанса, учитывая, что у нас осталось 6 минут 20 секунд. Давайте еще поищем, мы металлолом даже в глаза не видели. Здесь, смотрите, другие контейнеры вот тоже есть, не только здания, вот контейнеры. Так, давай посмотрим. Вот здесь я видел, два еще контейнера было. Да, блядь, такой давненько я в такую не играл. Вот, смотри, что-то валяется. Где? Ребята, я его слышу. Да. Он где-то рядышком тут. Да, если что, тогда вырубай просто. А что там впереди такое? Какая-то постройка, что ли, смотри? Да. Хмычет что-то. Смотри, треугольные крыши, вот смотри. А, нет, это... Это холмы, наверное, блин. А в ящиках нельзя прятаться, да, в этих? Да вот нет. Скала какая-то просто. Надо было тебе взять Джонсон? Все-таки этот, блядь, кустик. Дуэйн, да. Маскировочный куст. Вот, смотри, вон здание. А вот наверх, смотри, давай. Бля, он тут где-то. Давайте наверх. Где вы? Аккуратно, наверх, возле вас. Да. Рубай фонарь. Главное просто не шуметь. Так, вот я вам моргаю, ну вряд ли вы увидите. Мы, наверное, тебя вряд ли увидим, Олег. Но... Ну, что-то... Смотри, там что-то светится. Такой жопе мира мы тебя, скорее всего, не увидим в темноте. Вот. Давай добежим на свет. Слушай, да-да-да, слушай, смотри, Жень, а там что впереди? Свет. Смотри. Не знаю, какая-то вот... палатка. Да-да-да-да, вот я тебе палатка? Про это говорю. Палатка? А, мы же тут были, нет? А, что, да, мы тут бегаем, да. Зараза, мы, блядь, по кругу бегаем. Последние 5 минут, блядь, ебать. Нормально. Нормально мы поиграли. Выглядит? Вот в чем вопрос. Слушайте, ну скорее всего, да, вот металлолом где-то в здании. Ну, я так думаю, ну, по логике. И ключ еще надо найти, блядь. А как мы ключ будем искать? Один ключ и металлолом 4, ну. Слушайте, ну я внутри, я на втором этаже где-то бегу. Реально ящики не открываются. А ты в доме, да, Олег? А, вот, нашел камуфляж. Нашел, да что нашел? Камуфляж. Как вы его надеваете? Камуфляж, вот бери камуфляж. Установи. Так он устанавливается. Устанавливается, да. Не наступай на мишку. Пока ты носи, пока при себе просто. Ой, блядь, пробежал мимо меня сейчас. На мишку не наступай. Ой, сзади, Жень.
Так, чувствую, у вас там весело. Побежал, блин. Видишь его, да? Он пробежал, все. Блядь, иди нахуй, сука. Ты че, хуевший, что ли? Пиздюк, блядь. Ты че, приебался нахуй? Пиздец, он просто выскочил, блядь, и меня схватил. А я на Б нажал и благополучно съебался. А где вы есть-то? Я уже не знаю, я тебе, Олег, вряд ли скажу. Я у палатки, у знаменитой. Блядь, 60 секунд. Последние 60 секунд. Твою мать. Абзац. О, какой музон долбит. Какой-то музон заиграл плохой. Да, сделано круто. Интересно, если я упаду, я умру? Не надо, не экспериментируй. Я проверю. Ну что, 45 секунд. Слушайте, а может мы как-нибудь... Я упал с крыши живой абсолютно. Может, нам надо поделиться вертолетом, а? Все равно мы нихуя уже не найдем. Я пойду. Давайте хотя бы друг друга найдем. Где вы есть? Давай. Вот это ты же. Это я. Здорово. Да, здорово. Слушай, ну чего? А где вертолет? Ты не знаешь? А где Женя? Давай начнем с этого. Я ищусь. А во, выхожу, иду к вам. Сейчас постараюсь вертолет найти. Ты нас видишь? А мы вертолет еще не нашли. 20 секунд. Мы еще не нашли. Вот Женя бегает. Вон сзади. А, вон. Видите меня? Да, вижу. Тормози, Женя. 16 секунд. Куда ну, очевидно, бежали? Наверное, закончится это все тем, что он сейчас откуда-нибудь выползет, а нас не убьет. Нас он сейчас разорвет, да. Скорее всего, да. 7 секунд. Вот он! Блин, аккуратно! Я уже слышу, сука! Нет! Она бы, можно даже... Живи! Ебать, живи! Пиздец, какой он громкий! Существо, блядь, побеждает. Смотри, какие мы все стоим, блядь. Какие-то мы грустные стоим, потерянные какие-то. Ой, беда. Ну что, это новая карта? Это, ну, ух что ты, ничего себе, какой у тебя дикий вид! Аккумулятор один, колеса три, топливо одно. Так, у нас 14 минут, ребят. Все, погнали. На все про все не так уж много времени дается. Слушайте, может быть, мы разделимся, а? Может, так эффективнее будет? Вороны! Это вороны, Жень. Ну, страшно. Это ворон. Я предлагаю разделиться, чтобы... Ну, ты беги, я с Женей тогда, ты беги налево. Давай, да. Я пошел в кукурузу. Я вам барбекю. Дитя кукурузы. Точно. Слушайте, я в каком там баре? Я вам буду все говорить. Ой, я колесо нашел. О. Колесо бери. Да, взял. У меня пугало. Как его убрать-то? Я колесо нашел. Я в амбаре нашел колесо. На G, на Q, на E там что-то выбросить. На Q, на E, на Q-то E. А у меня же все-то не влезет, наверное. А бери самый важный. Давай брать только то, что для машины нужно. О, колесо нашел. Красава. Так. Слушай, тут что-то за решеткой, но я не могу это вскрыть. Собака! Здесь собака, блядь! Что ты делаешь? Господи, ты кушаешь! Там собака сидит живая. Там собака сидит живая за решеткой. В клетке. Серьезно? Да, серьезно, блин. Я тебе говорю это сейчас на полном серьезе. Ну, ее надо как-то выпустить оттуда, а для этого нужно... Шути-ка так ты. Нужны какие-то либо ключи. Аккумулятор нашел. О, у меня колесо одно есть. Так, я бегу к машине, тогда давайте ремонтировать пока, да? Бля, кто-то помнит, где машина? Здесь есть что-нибудь типа карты. Господи. Женя, живи! Механизма, блин! Слушай, народ, а есть какой-нибудь ориентир? Блять, тут манекен стоит. Ориентир, сейчас к тебе Рейк придет. О, я радио нашел. Не трогай радио, не включай его даже. Не буду. Сейчас тебя Рейк сориентирует. Там, блядь, собака в клетке сидела. Телефон. А, телефон звонит, когда подходишь. X8, запомните, X8. Блядь! Все. Наверх, быстро, он сейчас придет. Да. Народ, где машина, блядь? Топливо, я топливо забыл. Нет, блядь, колесо нашел. Есть, я нашел машину. Нет. Отлично. О, я ставлю. Женя, не уходи. Я, блядь, колесо поставил одно. Молодец. Я поставил все, отлично. Я поставил одно колесо. Видите, какой я молодец. Так что я пошел искать дальше. Я нашел второе колесо на перепутье. Отлично, давай. Иди ставь скорей. Я не могу его взять, у меня две ячейки. Топливо еще есть. А, ну, а где ты? Скажи, а где машина-то сраная? Кто? В амбаре. Какой амбаре машина, ты что? Ну, в амбаре, тут амбар... Я не могу, я не потерялся. Не, а вот ты где. Ой, манекен, кто поставил манекен, вы че? Нафиг ты в амбар бежишь опять? Я еще там не все... Это я побежал в амбар, потому что я тут еще не все осмотрел. Не, побежал в амбар. Тут еще есть лестница на второй этаж, ну. Тут еще не был. Женя, это ты был, ты хоть оборачивайся. Я не... Тогда я могу сзади бежать. Пошли к машине, идем к машине. Тачку искать, пойдем. Смотри, колесо. Если я взял. Я топливо нашел. Пошли к тачке, где тачка? Тачка сзади. Ну, вот пошли. Вот здесь. Пошли. Тут должна быть, по идее. Ориентир, блядь. Судя по... Я знаю пароль. Это выход гребаный. Сосамба тут. Значит, машина должна быть слева где-то. А раньше разве не было компаса? Вот машина. Нет? Нет, камень.
Это камень. Это не машина. Как ты в пустоту бежишь? Вот машина! И там ничего нет. Я какой-то дом нашел вместо машины. Это нормально? Ну подожди, мы же сюда вначале пришли. Я говорю, смотрите указатель. Ты говоришь, о, ворон, Женя, не бойся. Где машина-то? Где тачка-то? Бля, может, ее перегнали уже? Только что я ее видел. Дом какой-то. Нет. А вот есть, я нашел машину. Где? Ну, как вам сказать? А хуй ты сориентируешься тут? Ни компаса, ничего. Я ее заправляю, народ. Я заправил тачку. Светанин, Алекс, светанина букву Б. Светанина букву Б, давай. Чего, на Б? Давай, то пока он ко мне, блядь, не пришел. За палаткой. Ну, видели? За палаткой? Где-то здесь. Там за палатками. Там за туманами. Я ее заправил и колесо одно поставил. Есть шиномонтажник, Алексей. Ну так я практически отремонтировал уже тачку. Давайте быстрее, вы сейчас вы дошутите, смотрите время, сколько осталось. Жень, у тебя нету галлюцинаций каких-то? Блять! Это бывает полный сук, это было, блядь! Какой-то громко. Блять, иди нахуй! Что-то меня жрут! Народ, меня жрут, а что мне делать? А у меня жрут, не отказайте! Алекс умер. Пиздец, вот это да. Где этот сраный автомобиль? Спасибо, нахуй. Пиздец, вы умерли, блядь. Благодарю, нахуй. А поднять меня никак, блядь, не нельзя? А вон там что это за точка? Куда ты бежишь? Это фонарь какой-то. Сука, я теперь могу, блядь, за вами наблюдать. Замечательно. Прекрасно. Ну давайте я хотя бы, блядь, за вами понаблюдаю. Нажми на Б, нажми на Б. Я нажал на Б. Вот он бегает за тобой. Пошел ты в задницу. А вон машина, смотри, наверное, вон там дальше. Давай. Предположительно. Я наблюдаю за вами, давайте. Вон где? Здесь забор. Сиди аккуратно. Это забор? Ага. Вон же, смотри, вон же фары, не? Да, вот машина. Да, вот, тачку нашли. Давайте, я вам уже ее и заправил, и колесо поставил, блядь, и умер. Аккумулятор я поставил, колеса ты ставил? А, все, уже заправлять не нужно, так я зря таскался бы. Да я заправил. Колеса надо наставить, у меня тут колесо. О, ты крыса, Алекс! А, Алекс, крыса! А, я крыса, серьезно, что ли? Я бегаю, блядь, нормально, да? Слушай, ну отлично. Слушай, а ты можешь меня как-нибудь Олег, знаю, ключ надо, последнее, что надо, оживить. Это ключ. А колесо третье надо. Все, я поставлю. Слушай, расколдуйте меня, а, народ. Как, блин, вы что, маги, чародейники? Алекс, ты можешь нам как-то подсказывать, по-моему. Да. А что, что ты хочешь? Нам нужен ключ. Ключ, давай, ладно, я поищу, пойду. Пошли, Женек, только давай вместе, не убегай никуда. Бегите за мной тогда. А, вы не отвлекли. У меня фонарь заканчивается. Я найду, короче, ключ, я тогда скажу вам. Слушай, наверное, знаешь где? Куда ты побежал-то хоть, ну? Ну просто прямо от машины, чтобы не заплутать. Ну то есть бежим, как бы найдем. А вы дорога. В доме были? Вы были в доме? А. В одном из домов я был. Да, ключ, вон он ходит, я увижу. Смотри. Интересно, а он на меня наступит, если я его сейчас разгляжу? Потому что я его вблизи так разглядел. Фу, от этого грома аж сердце выпало. Бля, какой он страшный, ебал. Как в Бигфуте. Пошли сюда, что ты? Жесть, какой он страшный, блядь. Если что, машина справа. Слушайте, а мышь он не трогает. Нормально. Он меня даже, блядь, трогает. А он же сам как мышь. Так. Подожди, я тут был. Я сейчас его так разглядываю вблизи, нихуя себе, он весь в крови. Что это был? Вот дом. Какой кошмар, а. Аккуратно, там собака. Блядь. Ее можно открыть, по-моему, да? Родился? Сейчас, подожди, стой. Да, сейчас разблокирую, подожди, сейчас собака выйдет. Собаку выпускай! Что там случилось? Кого-то убили? Чего? Открыл собаку. Собака покажет путь. Выпускай, выпускай собаку. Выпускай, она его будет отвлекать. Все, пускай отвлекает. А куда? Добро. Да, она же шумит. Выпускай, выпускай, да-да-да, правильно. Заводи! Женя, беги! Блядь, что это за шум? Падла. Убил, что ли? Блядь, Жень, ты что, тоже помер? Падла. Стой, Женя, вот я, кажется, тебе... А, это собака, да? Это собака бегает? Да. Слушай, Жень, сориентируй меня, где ты? Я в доме. В кукурузе. Иди домой, зайди в дом. Я хоть на тебя посмотреть. Ну, а я не знаю, тут не один разве дом? А я еще и давайте, господа крысы, найдите ключ. Жень, иди домой. Я хоть на тебя посмотрю. Олег, тут оружейка есть даже. Сквозь пробегаешь, там оружейка. Вряд ли я сейчас это найду. Я ищу дом, конечно, но... Ты найдешь дом? Да, я тут просто вот прямо у входа. Я, смотри, я прямо у входа стою. Ну вот. Как мне ключ найти? Где-то в доме, наверное. Наверное, это не тот дом. Блин, Жень, я тебе звук издал. Каким образом? Звук привлекает этого. Это не мне звук. Нет, я Алекс. На Е нажми. Точно! Точно! Слушай, она же его отвлекать же может, да, наверное? Да. А, ну все! Бля, за 6 минут. Ты сейчас отсюда уедешь. Мы сейчас его будем так отвлекать. О, Алекс, камеру вниз покрути, и ты увидишь. Он побежал к вам, он побежал. Точно! Он к вам побежал, ребята, осторожно. Я за тобой, если что. Где вход в этот сраный... Вот он, сейчас дальше, беги, сейчас будет вход. Тут где-то, вот. Вот он. Проверим, может быть, здесь ключи. Давай.
Что это такое? Там дырка. А, это для крыс. Это для крыс, да. Прикол. Так, сейчас аккумулятор. Здорово. Сейчас я аккумулятор. О, я ключ нашел. Шкафчики обязательно открывай. Олег, иди сюда, я ключ нашел. Куда? О! Сюда? Я нашел ключ, в дом зайди. Ой, я тебе хрен, давай я тебя сориентирую. Я не знаю, как тебе сказать. Иди в дом. Так я, может, другой ключ, найду, их же много. На первом этаже. А я не ключ знаю. Ну, вот я его дом, вижу, наверное. Прямо. Я его прям вижу. Вот аккумуляторы. Ой, блядь, как обидно-то, блин. Как тебе сказать-то, где он, блядь, а? А ну, ты где находишься? Я, наверное, даже не... В... Нет, я в доме. Это в доме, я в доме. Я прям внутри дома. Олег, если ты видишь что-то наподобие дома, иди в дом. Я в доме. Ключ на первом этаже. Короче, ключ на первом этаже лежит. Ключ на первом этаже. На коробке лежит. А Олег на первом был. Я был на первом. Я не знаю, может, ты был не в этом доме. Женя, так это ты был. Это Олег. Наверное, это дом. Другой дом. Это, наверное, это дом, блин. Бля. Да, это не те шкафчики. Олег, зайди в другой дом. Олег, зайди в другой так, дом. Так, может, ключи еще где-то есть? Чего вы решили, да, что в одном? Может, ну, может, нет, ну, я просто... Зайди в другой дом, Олег. Зайди, поищи. Тут тебе не рады, Олег, иди в другой дом. Олег, какой дом? Смотри, подожди, направо, 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 направо. Тут туалет есть. Направо, направо бери, направо. Так я взял направо, куда? Вот теперь прямо беги, прямо, прямо, вот прямо, за мной беги. Нашел? Бля, я тебе не могу найти, где ты. Я на унитаз прыгнул, вы не поверите. Это амбар, Женек. Нет, дальше дом будет, дальше будет. Я на раковину прыгнул. Прямо сквозь сток сена, давай, беги. Прямо, тут собака прямо, была. Давай. Бери левее. Слушай, Жень, ты уверен, что ты все да, правильно ему говоришь? Да, скорее всего, да, ты там находишься. Левее. Вот, я прямо у входа стою. Да, ну, а, вот давай я пискну. Да. Давай я подпискну. Все, я понял. Подпищу. Подписку. Бля, вороны где-то заортачили. Да, сейчас он прибежит. Надо вот, я пищу. Сука, давай. Тут же в окно нельзя влезть, понимаешь, когда муж. Нет, это проблема. Я пищу, тут вход есть, тут о! Есть телевизионный вход. Вот он, нет, это не он, это медведь. Ключ на коробке лежит. Коробка. Это медведь. Вот коробка. Где? Но здесь ключа нет. Это вот, не тот дом, что ли? В том доме, да елки-мотал, да вы что, серьезно, что ли? Блин. Я не знаю, как мне вас сориентировать, правда. Олег, комод. Какой комод? Сейчас прям хуйло, это придет сюда. Я боюсь просто, что если я сейчас отсюда уйду, я не найду. Давай я в подвале поищу. Синий комод, смотри, в комнате детской, не в, наверху. Иду. Сейчас, секунду. Я вот пищу тут, вы меня не слышите, как я пищу? Синий комод. Вроде. Где детская вот тут вообще? Вроде... Вот синий комод, ну куда? Вот, так я не вижу никаких сраку прямо, комодов, прямо, блядь, синий. Комод. А, вижу. Блядь, 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 иди на писк, Олег. Тихо. Нажимай комод, он побежал. Еще один комод там есть, смотри. Нету тут ключей. Вот еще комод сзади тебя. Не туда. Погоди, ты его привел. Сзади. Ой, вот не еще. Туда ты его привел. Что ты взял, что здесь? Ну, три шкафчика, может, ты там... Ничего здесь, тут наверное, нет. Один ключ. Тут, значит, ничего нет. Один ключ. А вот эти шкафы? Зараза, они так сделали? Я а есть ключ? Давайте, может, вы все, меня вот как-то все, идете? Да? Три минуты. А, нашли? А ну, где машина? Машина слева. А где машина, правда? Бери левее. А нет, у меня же есть карта. Я взял левее, у меня нет карты. Я же теперь вижу, где машина точно. Где ты? Я тебя не вижу. Где стоги сена, беги, я тебя вижу. Прямо бежать? Назад. Левее, вот я. О, вот машина, вот. А, вижу, все, беги, давай. Быстрее, 2 минуты. Бежали, вот туда побежали. Я хоть крысу посылал. И нас отсюда тоже увези. Давай. Вдоль стога. То есть ты знаешь, где тачка, тебе видно, да? Вот. И шо по кругу, бля, я не припрыгну. Беги. Сука. Я пищу ему там, пиздец. Так, ладно. Прямо. Давай, ты меня видишь, да? Нет, не вижу, это же кусты. Я пищу, дом какой-то давай, вижу. Правильно. Ой-ой-ой. Правильно ты идешь. Прямо беги. Бегу. Ага. Мы тебе поможем, давай. Слышу пипиканье, да. А, вон машина. Давай, вон слева, беги. Наверное. Вот я тут, давай, да. Или нет? Да, вон вот машина. Вот машина, да, я тебя вижу. Давай, мразу, ты давай. А ты так прыгаешь, класс. Здорово, пацаны. Поехали, бля. Поехали, нахуй. И как открыть? Открывай! На Е. На Е жми. Давай. Выбери ячейку, да. Нормально. Отремонтирован, поехали! Поехали, блядь. Дверь пацаны, я сейчас открою, поехали. О, слушай, я могу сквозь машину пройти. Я тоже. Я уехал. Машина уехала! Без него! Без нас! Смотри, он выломал забор и уехал. Это нормально вообще? Нас отправил, блядь. Зашибись. Ну хоть прошли. Да. Вот вам и рейк. Это было классно. Это было действительно. Ой, хорошо. Прошли. Ну, правда, мы же не умерли, но... Жалко, ничего. Конечно, да, он жесткий, да, что-то хорошо. Парень вообще. Да. Все, ребятки, спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока. Пока-пока.